Гейски, ребята, меня зовут Лавиос, и сегодня мы продолжаем проходить сумасшедший уровень, ребятушки. Сейчас мы его пройдем. Я вот гарантирую. Не гарантирую, что на все монетки, хотя хотелось бы очень, конечно, но сейчас попробуем. Так, сдается мне, что на этом уровне мы не все до конца, ну, скажем так, учитываем. Потому что, возможно, здесь где-то хранится щиточек, который бы мы могли взять и использовать, да. Но это, конечно, нужно сейчас проверять, и мы, ребята, пойдем с вами это проверять. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так, вариант один, что он вон где-то там. Вот тут есть такая вот штука, да, она нас может куда-то привести. Это 3D-шная штука, в 2D мире шарика, это очень даже интересно. Мы сейчас попробуем пройти сюда дальше, поискать чего-нибудь. Может и не найдем, я не знаю, но может и найдем. Так, нам нужен щит, ребята. Щит, который... О, смотрите, там 10 этих штучек. Вот, это хорошо уже. Это уже получше, как говорится. Так, 10 этих штук, это замечательно. Так, но для чего они тут... А, ну, понятно, нужны нам, чтобы разбить вот эту вот стеклянную штуковину и пройти. Но разбить мы ее можем и без этого. И без этого мы можем просто вот так вот разгоняться и разбивать их. Так, ну ладно, давайте одну потратим, чтобы уже разбить. Так, отлично. И что мы... Опа, имеем тут. Оп, конец уровня, ребята, да. Все-таки те монетки нам нужно будет... Ай, забирать ручками. Так, ну погнали. Хорошо, возвращаемся, ребятушки, возвращаемся как герои. Так, чуть-чуть, стоп, перепрыгнем. Вот так вот, да, рисково и немного страшно, да. Ладно, погнали вперед. А, вот этот вот, вот эта вот штуковина. Не знаю, как уж она устроена, как эта колонна устроена, видите, ну, да. Оп. Оп, так, все. О, мы, смотрите, с вот этого сможем теперь запрыгнуть. А, или нет? Это плохо. О, смотрите, почти его открыли. Вот оно как. Смотрите, как мы сделали. Это круто. Это круто, ребята. Но не так круто, как будет то, что мы заберем. Тихо, тихо, тихо. А, ну, кстати, да, смотрите. Так, ладно, давайте, давайте. Мега-прыжок. Так, ну почти, да. Зато все монетки собрали. Оп. Оп, да, есть, ребята, получилось. Ура. Вот это мы молодцы. Вот это я понимаю мастерство, ребята. Да, вот это сложно эти монетки забрать. Непреодолимо сложно, я бы сказал. Но, кстати, смотрите, мы там подняли 10, и 5 там было, да? И мы ровно 5 использовали. То есть это возможно... Можно даже не возвращаться, то есть это возможно за одну проходку. И это, ребята, круто. О, тихо, чуть на шипы Нэки не упал. Было бы очень, не очень туда упасть. Так, ну все, стоп. Оп. И пройден уровень, ребята. Да, 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 да. Мы его прошли. Поставьте лайк, если вам понравилось. Также подписывайтесь на канал. С вами был Флавиос. Адиос, амигос.